Новое направление в живописи родилось в Анапе 4 года назад. Его создатель – художник Дамир Кривенко. Он описывает его как простое, доступное для каждого обывателя творчество. Палитризм, вот, направление, которое я вот так назвал, вот придумал в Анапе, вот, от слова «палитры». И продолжаю как бы, ну, им заниматься. Искусство 20 века, оно все-таки было бунтарским. Как бы озвучивались проблемы, но решения на эти проблемы как бы не было. Я пытаюсь сделать те вещи, которые, может быть, были бы революционные и новые, и в то же время где-то могли бы отвечать на какие-то вопросы, каких-то проблем и давать ответы на эти вопросы и решения. Вот. И также основной, наверное, посыл этого направления – все же вернуть обывателя на выставке. Все картины, представленные на выставке, родились, когда художник находился в Анапе. И, как говорит Дамир, каждая создавалась под влиянием того, что он видел вокруг себя. В них сочетаются веяния классических направлений с элементами современных технологий. Как и здесь мы видим, сам портрет в стиле Леонардо да Винчи, есть принципы Альбрехта Дюрера, бережные прокладки когда-то выдумал Рембрандт. И прибавил сюда элементы 21 века. Все произведения, которые были представлены в городском театре, часть большой выставки, которую автор осенью этого года планирует провести в Лондоне.